today. Our city. It has been important changes. And I even don't know what to say about it. Some motherfuckers could bring you down. You know about who I'm talking. Hey, it's not true, you think? On someday you will understand that I was right.
глаза, только вперед, зачем мигать? Зачем бегать, возвращаясь домой? Только вперед, и ни шагу назад, и только вперед. Только вперед, и ни шагу назад, и только вперед, возвращаясь домой. Возвращайся домой, мы не отпустим тебя.
You will ask someone, you will understand. Once you will ask somewhere, and you understand. Thank you.
Thank you.
повсюду в мире. Я получал, что хотел, и я смотрел на тебя. И так было всегда. Но ведь ты живешь мечтой, здесь нет никого, кому важно. Теперь уже поздно. Скажешь, что ты хорошая, скажешь ты, что ты плохая. Я люблю смеяться, когда тебе весь, и плакать, когда тебе грустно. Но ведь же ты живешь в мечтах, как и все. Но если же ты скажешь мне да, да, и я скажу тебе да. Я был везде в мире, я был веселым всегда. Я хочу, чтобы ты была со мной рядом, да. Ведь времени нет. Но ведь ты живешь в мечтах, так быстрей же давай, скажи же мне да, и тогда я скажу тебе да, скажу тебе да, скажу тебе да. А теперь поговорим о музыке. В частности, о таких жанрах, как психоделический рок и лоу-фай. Многие известные группы попадают под категорию данных направлений, но известно это не всем. Об этом мы и поговорим. У нас сегодня в гостях слушатель радио ПГУ, начинающий музыкант и любитель хорошей музыки Василий Шабанов. Здравствуй, Василий. Привет, спасибо за приглашение. Это круто. Насколько я знаю, ты оказался у нас на радио по причине своей нелюбви к хип-хопу, который звучал в нашем прошлом эфире. Чем обоснована такая неприязнь? Я с детства слушаю классическую музыку, ну, вернее, классический рок. И я хочу сказать, что рэп и хип-хоп — это слишком просто, потому что ты делаешь только запись своего голоса, ты не играешь на музыкальных инструментах. Я бы сказал даже, что это не музыка. А какие, думаешь, музыкальные инструменты должны присутствовать в настоящей, по твоему мнению, музыке? Лично в моей группе будут всегда присутствовать ударные, тамбурин, это бубен, акустическая гитара, электрическая гитара, бас, клавиши, все. Отлично. Но все-таки расскажи нам, пожалуйста, что же это за такой жанр, психоделический рок, и в чем его особенности? Ну, он возник где-то в 60-х. Его основателями являются такие группы, как Velvet Underground, Rolling Stones в какой-то степени, Floor Elevators с Рокки Эриксоном.
Хэнк Уильямс, неплохой тоже представитель. Я стараюсь слушать их всех. Следующий, кто у нас будет звучать в эфире, это как раз Хэнк Уильямс. Что ты можешь о нем рассказать? Какие-то интересные факты из его биографии или особенности его музыкального творчества? Ну, он из Америки. Он основатель кантри-музыки. И это, по существу, это отличный классик, которую, я думаю, стоит услышать всем, особенно эту песню, которая сейчас будет играть. Ну, в таком случае, давай ее и послушаем. Хэнк Уильямс, The Battle of Armageddon. Итак, мы уже поговорили о психоделическом роке, теперь давай перейдем к такому интересному и, думаю, многим неизвестному жанру, как лоу-фай. В чем же его особенности и как это вообще должно звучать? Я думаю, это именно тот жанр, с которого легче всего начать новичку, который хочет играть на музыкальных инструментах. Ну, в нем должно присутствовать обязательно акустическая гитара и ударные. С него очень легко начать, ты можешь записать музыку даже на свой домашний микрофон, так сказать. Тебе не нужны какие-то звукозаписывающие студии и так далее. Ага. А насколько я знаю, вообще лоу-фай это довольно давнишнее движение, и все ранние рок-н-ролльные записи каких-либо групп можно причислить к этому течению, так как... Его особенностью является низкое качество записи. Именно. И при этом они делают акцент показывают это как некоторый протест звукозаписывающим студиям. И, по-моему, это очень интересно. Они многие начинали в гараже просто. Да. А вот следующая группа, которая называется The Brian Johnston Massacre. Что ты можешь рассказать о ней? Она была образована в 90-м году. Это та группа, у которой очень непростая история. Ее лидер Антон Ньюкомб всегда боролся с успехом. С одной стороны, он хотел быть успешным, но с другой, он не хотел, чтобы его подхватило это влияние звукозаписывающей студии. Он всегда хотел быть свободным. Он хотел создавать музыку именно ту, которую он хочет, а не которую ему скажут толстые боссы в этих лейблах. И как ты думаешь, у него получилось? Да, на его счету уже 14 альбомов у этой группы. То есть она существует уже очень долго. В каждом году у нее тур. Но в Россию они почему-то к нам так и не приезжают. Они, кстати, тоже начинали с лоу-фай. И у них очень много песен именно в этом стиле. Ну, в таком случае, давай все-таки их послушаем и насладимся.
Замечательная группа The Brian Johnston Massacre. В свое время они занимались протестом и пытались изменить мир. А как ты думаешь, в чем все-таки смысл музыки? В чем ее предназначение, миссия? Ну, для меня музыка — это искусство, это арт на... Я просто буду пытаться создавать хорошую музыку для себя, чтобы люди слушали ее. Предназначение музыки — это просто... Ты хочешь расслабиться, и ты делаешь это. Давай тогда пожелаем всем нашим дорогим радиослушателям, чтобы они расслаблялись, слушали музыку, любили музыку и, главное, прививали себе хороший музыкальный вкус, развивались и были просто счастливы. Далее вас ждет выпуск «Киномании», так что оставайтесь с нами. Хорошего вам дня! Всем пока! Всем пока, спасибо! I've been on my own, I've been waiting what's mine. I watch you grab when I can't have, baby, cause you are all of the time. But you live in a dream, and it's not gonna fail. There's nothing to fear, cause you're living in hell. Let yourself
One, two, three.
There's a mighty battle coming, and it's well now on its way. It be brought at the garden, it shall be a set free. In the book of Revelations, what's in chapter 16 say? There'll be grain at the armies that the battle on a day. All the way from gates of Eden to the battle for the garden, there'll be troubles, tribulations, there'll be sorrow and despair. Said, do not be troubled, for this thing shall come to pass, and your life will be eternal when we dwell with him at last. Turn the pages of your Bible, instead mighty you will see. Start from chapter 24 and read from 1:33. In your Savior's blessed words, he said, on earth he prophesied. For this shall is the battle that is coming by and by. All the way from gates of Eden to the battle for the garden, there'll be trouble, tribulation, there'll be sorrow and despair. He has said, do not be troubled, for this thing shall come to pass, and your life will be eternal when we dwell with him at last. There'll be nations against nations, there'll be rumor of war. There will be rain, signs in heaven, in the moon, the sun, the stars. Watch man, shuffling, shuffling, watch gnashing of the teeth. To succeed and receive it at the mercy of Senior's feet. All the way from gates of Eden to the battle for Magadha, there'll be troubles, tribulations, there'll be sorrow and despair. He has said, do not be troubled, for this thing shall come to pass, and your life will be eternal when we dwell with him at last. One, two, three. One, two, three. Skin, Miss Windor, or where can he be? Is he half on mountain or climbing a tree? Maskin, Miss Windor, to bring him to me.
much your love is thinking of me. I'm asking me, sweetheart, I'm beginning to see. You see her in heaven, all coming achieve. I love you forever, sweet girl of my dreams. I love you forever, sweet girl of my dreams. I will love you forever, sweet girl of my dreams. Man of Consensaro by Bob Dylan. One, two, three, four. She was a girl who lived in your pension job. All of your dreams got into a big bath. No one can listen, cause no one is sad. But no one wants to be in your shoes. You ain't got nothing bad, nothing to lose. But no one wants to be in your shoes.
Legion Unknown, Evil Deeds and Practicing the Kind That Never Known, и Пуччи Ингра Вино, What You Will Become. Trade life for happiness, we nor catch it all. It left our emptiness, it left it in a smile, it left nothing at all, except the sheet despair. I see it in your eyes. Trade life for liberty, a hot pursuit of fun. She gave away her sanity and fun is she did not. When she lived until she became cemented, she despair. You see her in her eyes. She lived in a lie. My life is like a flower.
Jack knows the reason why I'm going falling in love with you. You're the one who I believe in, and I know if it's time, cause I got to do. First you say it's okay, then you say there's no way. If I make it left to you,1, 2, 3. I walk to New York and back from LA. I lived in mountain and once by the bay. I bought an apartment, but I slept in the hay. Cause there's no place than softer than living day. It's just getting sunburned. You can look in your face and you said you'd be had. You can take all my money, but there's no getting mad. Cause there's no less meaner than I pray to Buddha, to Allah and Jim. I turn to Jesus and stand there with him. I barely live, but I look after swim. No, there is nobody's cleaner me than him. Memories of you still haunt me every night when I lay down. I always love you, little darling, until the day they lay me down. In dreams of you, I'm so lonesome beside your love. I'll go insane. I close my eyes and you don't visit me. The kiss I feel, your face I see. It's not a touch, girl, that's driving me crazy. Just so long.
just happiness. It's a mystery, so leave it alone. Express happiness. It's a sin, so leave it alone. Why we try so hard to see? Just look in my eyes. I'm living free. Boy. Why suppress each guess? It's a mystery, so leave it alone. Why suppress happiness? I'm a sinner, I'm begin unknown. Why we try so hard to see? Just look in my eyes. One, two, three. Don't let your children out to play. There's a war going on in a town today. Just stay and hold. Run, 'cause you make a man by man with a gun. Well, I was a funny, I owed down. When you see a fisher on my birthday. There's a worm in the middle star, I heard you say. There's a worm and it's killing USA. Oh, tell me please, so God above, why there's so much hate and so little love.